Всем привет! Мы находимся на заводе, где выпускают автобусы Foxbus. Перед нами новинка, городская версия этого автобуса, в дверных системах которого используются электроприводы Феникс производства компании Adorn. Давайте посмотрим подробнее. Основана на принципе удержания двери в закрытом положении в проеме исключительно за счет силы самого привода, без использования традиционной схемы фиксации двери с помощью клиньев. Вот у нас дверной проем, он полностью чист, только уплотнителя, никаких фиксаторов, клиньев нет. Но, тем не менее, дверь надежно прижата в проем. Закрылась и прижалась. Я с усилием давлю на разные участки дверной створки. Как вы видите, все надежно. Привод Феникс рассчитан на интенсивную эксплуатацию в режиме городской маршрутки. Ресурс привода составляет 1 миллион циклов открытия-закрытия двери. Высокая надежность привода достигнута за счет целого комплекса конструкторских решений, а именно использование бесконтактных датчиков, использование мощной штанги, кронштейна в двери, опоры, а также рычага стабилизации движения двери. В приводе Феникс используется обратимый моторедуктор, который позволяет избежать поломки привода при любом внешнем воздействии на дверь. Управление приводом возможно при помощи наружного аварийного открывателя. С помощью кнопки управления на панели у водителя. Запирание двери происходит при помощи ключа. Вставляем ключ. Поворачиваем на 90 градусов, вытаскиваем, дверь пришла в движение и закрылась. При этом отсутствует возможность как механического, так и электронного отпирания. Привод Феникс имеет все необходимые функции безопасности, предусмотренные правилами номер 107 ЕЭК ООН. Во время закрытия двери при наезде на препятствие сработает функция автоотката. При открытии дверь остановится. Привод имеет возможность механического аварийного открытия как снаружи, демонстрирую. Поворачиваем ручку аварийного открывателя по часовой стрелке. Дверь вышла из проема и при помощи ручки спокойно, свободно открываем дверь. Так и внутри. Для этого опускаем внутренний аварийный открыватель вниз до упора. Дверь вышла из проема и свободно толкаем наружу, освобождая проем для прохода. Блокировка открытия двери во время движения автобуса. В задней дверной системе данного автобуса используются привода Феникс с теми же преимуществами и возможностями, что есть у привода передней двери. Это высокая скорость работы двери. Она составляет порядка 5 секунд. Рычаги стабилизации движения двери у заднего дверного проема расположены в верхней части.
надежное прижатие створок в дверной проем. Тяговые усилия каждого привода составляют порядка 25 кг. Соответствие правилам номер 107 ЕКОН. Автооткат дверей при наезде на препятствие. Остановка дверей при открытии. Блокировка открытия двери во время движения автобуса. Привод не дает двери открыться, удерживает дверь. Дверная система также имеет возможность аварийного механического открытия как снаружи, так и изнутри. Двустворчатая дверная система работает в заданной последовательности. Сначала закрывается задняя створка, затем передняя. Это сделано для того, чтобы избежать пережатия и сминания уплотнителя. На данном автобусе по желанию заказчика применены аварийные открыватели с наружным типом крепления. Это сделано для удобства монтажа, дальнейшего обслуживания или замены открывателя. Привод «Феникс» выгодно отличается от своих аналогов быстротой монтажа, возможностью индивидуальной настройки параметров работы, соответствием требований безопасности правил ЕКОН. Привод предназначен для преклонно-поворотных дверей любого транспортного средства. Может быть скомпонован в дверном проеме сверху, снизу, слева, справа. Использоваться как в одностворчатой, так и в двустворчатой дверной системе. Комплектация привода может быть абсолютно любой, в зависимости от желания заказчика. Благодарим компанию Foxbus за выбор нашей продукции и приглашаем остальных производителей автобусов к сотрудничеству. По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж компании «АТО». Всем спасибо за внимание. Всем пока.